Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. О судьбе телешоу «Вечерний Ургант» и его незаменимого ведущего Ивана Урганта в последнее время ходят всевозможные разговоры. После того, как съемки шоу были остановлены, Стревоженные почитатели заговорили о вероятном закрытии программы, но эта информация не получала никакого подтверждения. Сегодня же сообщение о якобы теперь уже официальном закрытии телепередачи сообщило издание со ссылкой на коллег в телеграм-канале. Издание объявило грустную новость о том, что телестудию вечернего урганта разбирают и перевозят из Останкина. При этом не сам Иван Ургант ни руководство канала пока таких заявлений не давали. И ничего не комментировали. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала, и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.